Жимость черной смородины по данному рецепту не уваривается, а потому вся польза ягоды доступна круглый год. Приготовление живого джема ягоды пробиваю в блендере. Если ягоды не провалились до ножей, периодически проталкиваю лопаткой и продолжаю пробивать. При отсутствии блендера черную смородину можно прокрутить через мясорубку. Буду благодарен, если поставите лайк на это видео. В джем всыпаю весь сахар, несколько раз помешиваю джем в течение нескольких часов, чтобы сахар основательно растворился в черной смородине. Готовый джем из черной смородины распределяю по удобным чистым банкам.